Привет, друзья! Тема сегодняшнего нашего опроса – это осенняя хандра. Денис, тебя мучает осенняя хандра? Отлично, потому что меня она мучает. Пойдемте узнаем, что на тебя слово хандра? Не знаю. Может, у тебя какой-то фрукт такой, который мучает всех? Может, это такое блюдо, вы поели что-то такое, а хандра, и в животе начало бурлить? Нет? Есть. Если наступает осенняя хандра, то как боретесь? Ой, не знаю, фильмы, друзья. Фильмы какого характера? Веселые комедии. Комедии. А друзья? Друзья какого характера? Веселого. А что делать? Вот собрались с друзьями. Ну что, давай повеселимся. В Тюмень давай вот съездим. Как будем сегодня веселиться? Давай в Тюмень. Давай в Тюмень, да. Так и делаем. Как боретесь с осенней хандрой? Ну вот спать охота. Что помогает взбодриться? Сон. Еще что? Ну, допустим, хандра застала вас где-нибудь по дороге, там, не знаю, домой. Вы такие, а, нет, посплю на лавочке. Немножко Да, прям так. Я живу в лучшем городе в России. Какая депрессия? Я обожаю и люблю Тюмень. А можете крикнуть? Я люблю тебя! Так... Нет, я не люблю. Значит, вы не по-настоящему любите Тюмень. Вот я могу... Я люблю Тюмень! А я не люблю кричать. Ну, вот я хожу, иду, у меня бам, чувствую сзади хандра. Все, мне стало грустно. Тебе не бывает грустно, что ли, никогда? Ну, прям так серьезно грустно? Нет, грустно любому человеку бывает, но депрессии и хандры нет, не бывает. Как тебя зовут? Роман. Роман, ты никогда не плачешь? Нет, зачем? Если только от радости, но не от грусти. Бывает ли у вас осенняя хандра? Бывает. Осенняя хандра, сегодня вопрос. Депрессия. Отсутствует. Танцы мне не помогают. Пробуешь? Да. Может, ты плохо танцуешь? Может быть, плохо танцую. Ты как считаешь, я нормально танцую? Это может спасти меня от осенних хандры? Да вряд ли. Ты сидел что-то, смотрел в небо и такой, а, черт, все плохо. Ну, редко бывает такое. Как борешься? Ну, все очень просто. Это надо преодолевать, это спокойно жить дальше, искать какие-нибудь интересные мероприятия, приезжать на них, веселиться. Знаете, вот может быть, скорее всего, для меня чашка хорошего чая. Вкусного, хорошего, из красивой чашки причем. Вы за эстетическое гастрономическое удовольствие? Ну, не только. Почему? А вот, например, тарелка супа вот из хорошей бастроли кастрюли. Нет, это нет. Это чисто, знаете, такой вот на уровне бытовом. А так, хорошая прогулка, общение с приятным человеком. Даже со мной, например, со мной. С вами в первую очередь. С вами в первую очередь. Взаимно. Покупайте цветы у Татьяны. Она стоит здесь недалеко, возле качающейся вот этой штуки. Все по-разному, не знаю, борются с депрессией. Кто-то читает книгу, кто-то пьет чай. Я вот лично ем много, чего и вам желаю. Ребята, не впадайте в депрессию, держите хвост пистолетом и нос куда-то, не знаю, по ветру. Все, пока-пока.